Катамаран болит 4.8, 48 футов. Я сейчас сижу на передней части катамарана, фронт-кокпит, или, как говорят французы, авант-кокпит. Видно, что нет сетки. То есть вот здесь вот обычно у катамаранов, вот здесь, или вот до сюда, идет сетка. По ней хорошо можно прыгать, но тем не менее, все-таки, знаете, стабильные вещи, вот типа таких, можно ходить намного лучше. Плюс появляется возможность сделать дополнительные рундуки. Здесь вот большой рундук, якорь смещен вперед. У катамаранов традиционно недозагружен нос. Так что на переднюю часть сдвинуть якорный ящик — это, в принципе, очень неплохая идея. Плюс вот эти два больших рундука, они являются дополнительными отсеками плавучести. То есть катамаран с большей неохотой погружается, получается, передней части в воду, когда, ну, вот сейчас мы идем, это Теренское море, несмотря на то, что штиль, тем не менее, какая-то волнушка попадается. Мы, кстати, идем так, чтобы было понятно. Примерно 5 часов назад мы вышли из Бонифачо. Это пролив между Корсикой и Сардинией. Там такая марина очень интересная, Бонифачо. И сейчас у нас вот в 10 километрах на траверзе с правой стороны Порто-Черво. Тоже такое, кто знает, это знаковое место. Здесь очень много интересных людей, очень интересных лодок много. Авант-кокпит. Здесь, вот на этой передней части, где белая, иногда люди заказывают, клиенты заказывают подушки вот такие же, прикрепляются. То есть вообще такой, знаете, как йога-тур можно устраивать. Мне, например, лично нравится, когда палуба такая, но тем не менее, очень большое количество людей имеет разное мнение. Но обязательно вот такие вот сидушки, обязательно нужно, чтобы были такие подушечки, их надо заказывать. Они у нас, видите, на липучке, электросах. Очень удобно сидеть, смотреть вперед. Очень хорошо, смотрите, красиво выглядит тик. Это настоящий тик, не искусственный. Я сторонник искусственного тика, но тем не менее, вот на верфи есть такая опция. Можно поставить на носовой части, поставить тик. Очень хорошо вот стол, если тоже, кстати, его верфь не делает тиковым. Но тем не менее, если вы можете заказать себе тиковую искусственную доску, и будет очень хорошо выглядеть, знаете. То есть такая вот деревянный пол и деревянный стол. Очень здорово. Но вот с верфи идет именно вот так вот. Вот здесь вот находится генератор. Вот, пожалуйста. Если генератора в опции нет, то просто большой рундук, в который можно, опять же, сложить большое количество всяких разных вещей. Здесь очень выгодно для души. Подсветочка маленькая, такая деликатненькая. Вот у вас здесь. Здесь колонки музыкальные. То есть такой, знаете, маленький домик. Когда ветер дует с кормы, здесь, соответственно, ветровая тень. Ну, то есть на себя катамаран кормовой частью принимает и весь ветер. И здесь тогда просто, я говорю, можно прикуривать зажигалки, они не тухнут. Хотя ветер может быть сзади очень приличный. Золотая дверь, в том плане, что нужно, чтобы она была на катамаранах, потому что выходить на переднюю часть катамаранов не по кругу, а просто через салон, это очень здорово. Здесь такая вот, смотрите, есть такая защелочка. Здесь есть резиновые уплотнители, она на газовом амортизаторе. То есть такая, знаете, хорошая, нормальная дверь, которая вот так вот закрывается. Здесь у нас есть пресная и морская вода для того, чтобы подключить сюда вот садовый шланг, соединение ПАПа. И, например, там смыть якорь или, опять же, налить вот ведро воды пресной, ну, для чего-то. Есть открывающийся иллюминатор. Вот он. Сейчас он, видите, немножко такое, вот настолько отступает. Там есть положение, ручки делаются на вентиляцию. То есть невозможно открыть снаружи. Постоянно вентилируется, небольшая такая щель оставляется. Здесь есть у нас стандартный стаксель. На всех Бали стаксель автомат. То есть есть на рубке, на крыше рубки есть погон. И шкотовый угол стакселя, он не доходит до мачты.
И он по этому погону ездит. Это очень хорошая опция. Когда-то это была опция, сейчас это в базе. Я вот не устаю восторгаться этим, потому что очень хорошо можно идти галсами, не трогая веревки. Просто, опять же, вот с этого пульта легендарного, просто перещелкивая по 50-60 градусов вправо-влево и так проходя узости. Опять же, с одним двигателем, чтобы вам помогал он стабилизироваться на курсе. Значит, вот получается вот этот вот, я его называю штормовой, но это, в принципе, просто обычный стаксель. Вот у него закруточка, вот она уходит, веревочка туда на пост управления. У нас здесь есть бушприт, вот смотрите. Такой, знаете, несложная конструкция, два ватерштага, небольшой получается штаг, который поддерживает, чтобы вниз он не уходил, просто не упал. Но, тем не менее, видите, нарисованы перечеркнутые ступни ног человека, стопы. На этот бушприт наступать не надо вообще категорически. Здесь тоже прикрепляется закрутка. Это для того, чтобы сюда поставить код Zero. Код Zero идет с завода, то есть опционально вы можете заказать и бушприт, и всю проводку, и лебедки по корме на код Zero. Или же, если вам захочется, потом поставить это сами. Потому что система простейшая, вот вы видите, это можно сделать, в принципе, в любой мастерской. Что еще по носу? Здесь хорошие такие, вот смотрите, рейлинговые стойки. То есть это не тросики. К ним можно подойти с бокалом шампанского, знаете, встать, опереться где-нибудь в марине. Понятно, что когда качает бокал шампанского, ну хотя, кстати, почему бы и нет. Моя любимая сидушка для наблюдения за дельфинами. Дельфины очень любят катамараны, потому что не нужно толпиться и давиться, если однокорпусник, перед одним форштевнем. Есть два форштевня, есть расстояние между форштевнями. И дельфины и туда, и сюда, и между поплавками, и справа, и слева. То есть такой, знаете, большой панда-парк. Далее. Раз уж я здесь сижу, вот смотрите, у меня такой полуклюз или киповая планка. Это для того, чтобы, если у вас муринг, вот, если у вас муринг такой не косой, например, вправо, вот я на правом поплавке, а уходит куда-нибудь там влево, например, то вы перебрасываете, чтобы не перетирать с этой утки, не тереть палубу, вы перебрасываете через это, на эту киповую планку, и все у вас, вуаля. Или же можно, опять же, сделать такой, знаете, как шпринг с носа. Никто не отменял швартовку носом. В этом случае шпринг заводится сюда. То есть базовая утка, просто швартовая, а это получается шпринг. Так, здесь у нас живет большое количество кранцев. У нас на этом катамаране это 48 футов. Избыточное даже количество кранцев. У нас таких два больших шаровых. У нас есть три угловых, то есть два на нос и один на угол. И таких вот очень больших высоких кранцев, не маленьких, а высоких кранцев яйцеобразных, гигантское количество. Вот они почти все ушли сюда, ну, потому что их просто побросали. Ну так еще один пришлось убрать в другое место. Тем не менее, этот Four Peak, у него есть еще паёлы, и там еще есть пространство снизу, то есть длительного хранения что-то можно убирать вниз. Этот же Four Peak опционально делается каютой. Делается каютой он так. Приходит человек, вырезает по лекалу иллюминатор, вставляет туда на сикафлексе, вставляет открывающийся иллюминатор, туда делается проводка 220, 12 вольт, делается свет, матрасик кладется, шкафчик делается, и тогда такая, знаете, как бы для уединения члена экипажа. То есть, в принципе, есть все, то есть можно открыть иллюминатор, подышать свежим воздухом, и чтобы тебя никто не трогал и не мучил. В общем, вот такая вот есть опциональная вещь, это вот каюта для члена экипажа. С той стороны, здесь у нас кранцы, с той стороны покажу, у нас живут паруса. И кранец, который у меня туда не влез, я просто не стал прыгать, заталкивать его туда. Вот он, большой кранец. Там такой один уже есть, его брат. Тут у нас как раз код Zero. Парус лежит. Это так называемое у нас сухой Four Peak. То есть я, например, этот кранец протер тряпочкой и положил его, то есть сухое как бы так помещение. А все остальные кранцы, они там, ну не знаю, немножко влажные, еще чего-то.
И когда вытаскиваешь, потом просто, если что, русалкой протереть. Русалка — это такая швабра, знаете, волосатая, как дреды. Что еще здесь? Ну, как бы, вот эти вот диванчики угловые мне тоже очень нравятся. На них хорошо очень вкушать пищу. Очень хорошо после приема пищи лежать на этих диванчиках. Опять же, вот этого пульта управлять этим судном. То есть вот, смотрите, на ваших глазах 10 градусов вправо, только для вас. Было 119, стало 129. Ориентирован тот корабль на час, на 13:00. Вот мы сейчас чуть-чуть на него подвернули. Возвращаю обратно 10. То есть, если я вижу какой-то пень плавающий, мы все-таки около берега, то, что это Порто-Черво, это такое знаковое место, ничего не значит. Здесь может тоже какой-то, знаете, какой-то куст смыть со скал. И он может оказаться в море. Около берега, конечно, такие вещи попадаются. Вот я что-то увидел, я сейчас стою на вахте. 20 градусов влево, и потом 20 градусов вернулся на курс, чтобы это дело обойти. Вот так вот вахта. Раз уж я сижу около стола, вот смотрите, здесь такой вот большая подбутылочница, очень глубокая, вот такой длины, по колено. Если сможете где-то купить бутылку по колено, покупайте. Такой стабильный стол достаточно. Танцевать, конечно, на нем не нужно, но тем не менее очень крепкий. Далее. Рундук. Не очень глубокий. Здесь у нас получается отсек плавучести. Здесь вот моя резиновая лодка. Я в Бонифаче купил себе резиновую лодку на яхту. С надувным дном. Люблю с надувным дном. Здесь у нас якорь. И усы. Усы не в смысле усы, а в смысле вот трапеция. Вот они проходят через клюз. И когда мы выдаем нужное нам количество цепи, эти усы крепятся карабином, рак с карабином или скобой цепи. И потом стравливается еще якорная цепь, и катамаран повисает на трапеции. На носу еще обращу ваше внимание. Здесь вот живут вот это. Это у нас зеленый огонь. Вот тот красный. Удобно менять лампочки. То есть не на мачту залезать. Все как бы так здесь. Наши ходовые огни. Здесь у нас, так как внизу, в правом носу, гостевая каюта. Вот эта вот пробочка, это васте. Это холдинг-танк для конкретно именно этой каюты и этого туалета. Вот тут есть сапун небольшой. Вообще, по носовой части, по фронт-кокпиту все. Иногда про яхту рассказываешь намного короче, чем вот я рассказывал про вот эту переднюю всего лишь часть катамарана Бали 4.8. Сейчас возьму с собой пульт управления автопилотом. Пойдемте, покажу вам флайбридж по левому борту. А, кстати, то есть вот люки. Если вот эти вот черные два люка — это входы в форпики, а вот эти вот два — это вот это в одну каюту, а это в другую каюту. Здесь, если открыть, там будет комарилка и блэкаут. Такие, знаете, на магнитах сдвигающиеся. Так, чтобы уж все было. Если сильно качает, держаться можно вот здесь. Идем. Одна рука принадлежит яхте. Вот у нас здесь второй выход из овнской каюты. То есть в овнскую каюту есть два входа. Один из салона, а один выход здесь. Вот смотрите, как хорошо выглядит затикованная кормовая часть. То есть корма, крышки у двигателей, коридор, который перед задней дверью. У нас получается нос в тике, фронт-кокпит, кусочек там, где стол, кормовая часть. И вот сейчас я вас как раз на флайбридж зову. Пойдемте, здесь тоже тик. Это флайбридж на Бали 4.8. Здесь у нас хардтоп, такая толстая пластиковая одна деталь на очень мощных ногах. Вот смотрите, лесенки, вот две штуки здесь, две штуки там. Если залезать, то лучше, конечно, вот здесь, придерживаясь за аванты. Не за мачту, а за аванты. Есть вот всякие разные, видите, веревочки. Вот это вот задние шкаторенные шкоты. В
Вот это вот передний шкатуренный шкот, и здесь два автоматических стакселя. Ну, как бы все пианино, то есть все веревки выведены сюда, не нужно бегать. Единственное, что когда работаете с кодом Zero, то нужно будет, конечно, ходить ближе к корме, потому что там стоят большие лебедки и большие блочки. Ну, кто знает, кто ходит с большими парусами, они понимают, что это суда выводить бесполезно или вот как-то, знаете, ломать. Ну, в общем, неважно. Здесь у нас вот такие вот, я часто говорю про них, виниловые окна, чтобы, если у вас есть хардтоп или не хардтоп, а текстильная крыша, то можно сделать вот так вот. То есть это такие снимающиеся. Они, то, здесь есть ликпазы, и вот на этих текстильных деталях есть ликтроса. То есть они сюда вставляются, и можно это убирать. Молнию расстегиваем, и это дело упадает вниз. Вот ответные части, вот сюда вот прикрепляются тесемочки. И здесь такая, знаете, делается кальянная. Сюда можно, если вы стоите в порту, и у вас есть 220, можно провести какой-то обогреватель. Если у вас работает генератор на борту, здесь есть генератор, вы видели, да, то тоже можно сделать здесь обогрев. И даже если на улице будет минусовая температура, здесь можно будет встречать Новый год. Здесь, видите, вот такие вот большие иллюминаторы. На, все-таки на яхтах это флотские дела, то есть надо окна называть иллюминаторами. Здесь такая вот есть вот сдвижная, кнопочки есть, вот они. И потом эти кнопочки мы прикрепляем вот здесь вот, кнопки. Значит, тоже ликпазы, и тут есть ликтроса. Освещение свое, из которого включается снизу. Чуть попозже, когда у нас будет попутный ветер. Сейчас у нас легкий бэдвинд. Сейчас, секунду. Вот видно, 4,6 у нас легкий, небольшой, истинный встречный ветер. Чтобы не затормаживаться, я сейчас не могу опустить вам показать. Чуть попозже, когда будет удобный ветер, удобного направления, попутный. У нас 3 дня, это Теренское море, от, получается, от Корсики до Мессины. Мы идем в Мессинский пролив, это где носок сапога чуть-чуть не достает, не добивает до Сицилии. Мы идем туда, и по дороге у нас будет несколько раз и попутный слабый ветер. Я тогда это открою, вам это дело покажу. Что еще? Значит, вот они у нас проходят через отверстие в фартопе, вот ванты. Есть здесь столики вот такие вот. Они снизу откручиваются, опускаются ниже, чтобы стать из обеденного журнальным. Ну, с журналами я здесь никого не видел, но тем не менее, знаете, то есть столик можно сделать пониже, чтобы это было как-то поприятней, поинтересней. Тоже можно поставить какие-нибудь сюда бутылки, стаканы. Это все, эти столики поворотные. Мои любимые такие вот крошка-вейсы. Крошка, в смысле крошки. И можно, вейс — это дорожка. То есть сюда можно стряхивать крошки или какие-то, знаете, там что, какой-то мусор с этого стола. Так, что здесь из комфорта? Очень хорошо диванчики. Вот дополнительная опция, есть вот такие вот спинки. Вот я сейчас на нее опираюсь. Вот съемные такие вот подушечки, которые ветром не уносят. Есть такой маленький загончик, куда дети, знаете, с удовольствием залезают. И там некоторое время могут вообще находиться, играть. Игрушки туда можно бросить. Опять же, человек туда может залезть в спальном мешке. Один подвахтенный несколько дней назад прям спал в спальном мешке ночью. Вот именно в этом загончике очень хорошо. Свежий воздух, представляете, то есть набегающий поток морского воздуха. Выспался, говорит, прекрасно. Значит, доступ к гику. Здесь с нижней части можно обойти вот по одной стороне, по другой. Можно подойти, потрогать вот здесь вот блочки, что-то, разобраться с рифами, со шкотами. Как бы доступ нормальный. Непосредственно к гику это нужно залезать на хардтоп. Я сейчас залезу, покажу, раз уж я здесь. Все, что с накаткой, здесь можно ходить. Опять же говорю, залезть можно здесь, она, видите, специально такая и функциональная, это как лесенка, и в то же время усиление, чтобы эта нога как бы так меньше гуляла туда-сюда. Я залезу там, через мачту, как я и говорил. На Бали 4.8, также, ну это не удивительно, знаете, это все-таки рейндж, то есть когда размер увеличивается, то есть 46-й, конечно же, всегда меньше, чем 48-й, неудивительно, странно, да, то есть 2 фута разницы. Но тем не менее, когда на верфи вы смотрите с каждым размером лодку больше, то появляется не просто размер, появляется еще и комфорт. То есть, вот, например, на 48-м, знаете, спинки повыше, сидушки подлиннее. То есть, девать-то
куда-то надо размер. И поэтому, естественно, дизайнеры и морские архитекторы начинают работать над тем, чтобы это было комфортно использовать именно вот это дополнительное пространство. Здесь пост управления, чем выше сидишь, тем лучше. Это на Бали, на всех практически катамаранах, кроме одного самого маленького Кацмарта. Там у него пост управления на корме. Высоко сижу, далеко гляжу. Здесь как бы так, у меня вся информация огромная. Сейчас я вам покажу поближе это все. Тем не менее, смотрите, у меня здесь есть два входа. Опять же, то есть можно подойти вот так, управлять, например, если я кормой швартую, сейчас мы идем вперед, если я иду назад, я могу управлять, вот ручки управления двигателем, стоять по ходу движения. Значит, если я буду идти кормой вперед, то вот у меня получаются такие, вы знаете, маленькие игрушечные ручки. Это, кстати, это электрические ручки. То есть передача на двигателе идет электрическими импульсами. Здесь нет тяг никаких тросовых. Вот такие, хоп-хоп. Она еще такая, видите, отзывается. Здесь у меня есть компас. Кстати, вот этот вот штурвал, он гидравлический. То есть сейчас автопилот рулит, и штурвал, видите, не крутится. То есть гидравлика. Это хорошо, потому что если мне нужно, например, нажимать на какие-то кнопочки или вот работать с картой, то мне по рукам не ударит штурвал. Это очень хорошая вещь. Вот мы вчера наклеили, кстати, вот это вот, сколько нужно нести парусов, когда какой ветер. Очень хорошая вещь. Она дается, как бы, такая наклейка. Мы ее из штурманского стола достали, наклеили сюда. Очень наглядно. Вот, посмотрите. И вот так вот делайте всегда. Здесь ни одной буквы лжи. У нас стоят два двигателя. Вот, управление двигателями здесь. Можно завести, выключить, посмотреть, сколько моточасов, какое давление в двигателях. Вот это автопилот, мой любимый, лучший друг. На судне это Иван Иванович, рулевой первого класса. То есть я вот с вами разговариваю, а он в это время рулит всем этим делом. У меня, правда, вот пульт от Ивана Ивановича. Вот я тот корабль синий, видите? То есть я его не выпускаю из поля зрения, с вами разговариваю, тем не менее я всегда смотрю вперед. Я не особо смотрю по сторонам. Мое внимание сконцентрировано на небольшом вот таком вот секторе. Я поглядываю, моя задача объезжать какие-нибудь вешки всплывших китов или вот, знаете, какие-то там, опять же, там пни, еще чего-то. Так, что еще? У нас здесь музыка есть. Вот она. Кстати, здесь есть колонки и здесь есть собственный свет на хардтопе. Подсветочки здесь нету. Есть очень большой экран. Очень такой, знаете, многофункциональный. Я вот себе, например, вывел то, что АИС, управление. Я вот могу, например, этот синий, который идет, я могу на него навести. Вот. Называется вот этот вот, который синий, Эстраден. Не экстра, а Эстраден. О нем есть информация, каким курсом он идет, какой у нас с ним вообще будет взаимоотношение, будем пересекаться курсами, не будем пересекаться, через сколько и так далее. Все вот эти вот окружающие суда, впереди, сзади, вот я их вижу, я себе вывел вот эту вот карту. Здесь у меня ветер, все-таки это парусное судно, у меня истинный и вымпельный курс, опять же, истинный и тот, который я поставил на автопилоте, вот видите, на 2 градуса отличается, ветер немного меня сдвигает. Есть скорость относительно воды, относительно земли, потому что это, ну, не всегда совпадает. Здесь можно вывести очень большое количество всяких разных других данных. Можно вывести радар. Радар сейчас не включен, но тем не менее. Вот радар. Ночью можно идти и смотреть, опять же, те же самые какие-то препятствия. Очень хорошая вещь. Нажимаем на «Домой». Много всего. Там есть. Если ставите большой эхолот, то можно даже, вот видите, рыб наблюдать. Эхолот недоступен, потому что здесь эхолота большого, рыбного эхолота здесь нет. Вот. Ну, здесь такая, знаете, интересный телевизор. С ним очень, очень хорошо, очень интересно работать. Так, у меня здесь включено. Так, все, здесь не трогаю. Здесь есть каунтер. Счетчик якорной цепи. Это недавно стали ставить. Он не просто каунтер, не просто счетчик. С него еще можно управлять якорной цепью. То есть он управляет якорной цепью. Можно поднимать, опускать якорь с поста управления. Я отсюда вообще, в принципе, визуально вот вижу якорный ящик. Если мне кто-нибудь откроет якорный ящик,
то я буду видеть якорный клюз отсюда. То есть это тоже, знаете, продумано. Я могу управлять якорем, могу визуально увидеть его, что он поднялся. Но вообще здесь будет писать, что вот все, когда ноль, якорь поднят. Так, здесь есть переносная дополнительная тангета от радиостанции. То есть одна есть всегда прикреплена внизу на посту управления в салоне. И вот есть такая, вот знаете, то есть она такая маринизированная. Потому что иногда ты находишься все-таки на вахте, сидишь здесь. Вот она такая тоже, она разговаривает постоянно, то есть ее слышно. Сейчас никто не разговаривает, поэтому мы ее не слышим. Тут 16 канал, сидим, внимательно слушаем. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу катамаранов, если захочется потрогать, знаете, пощупать, что такое катамаран, как он выглядит вживую, приезжайте на выставку в Каннах. В сентябре каждый год проводится выставка на воде. Там как минимум 4-5 штук выставляется Бали каждый год. Также есть в апреле всея катамаранная выставка, где очень-очень-очень много катамаранов и тримаранов. Это у нас город Гран-Мот, недалеко от Монпелье. Тоже, знаете, нужно приезжать, потому что можно сравнить вообще разные... Кстати, вот эта вот Эстрелла, или как она там, да, прошла, это от нее вот три волны было, вот это вот плюх-плюх-плюх. Так что приезжайте, мы можем встретиться на выставке, и вы просто посмотрите на катамараны. Сейчас покажу, что еще у нас есть на передней части. Здесь есть электрические лебедки. Здесь есть карманы для ручки, ручки для лебедки. Все-таки это лебедка, ее можно крутить руками, не только электричеством. Вот это сейчас у меня, например, топинант заведен, я его ослаблял. Здесь такие вот, знаете, сумочки с сеткой, чтобы можно было складывать рифы. Какие-то другие веревки. А теперь, ну, как бы уже все. Здесь оппозитно точно такое же, с правой стороны то же самое, как слева. Теперь давайте переходите туда, и я вам покажу, как я залезаю на хардтоп. Вот у нас получается флайбридж, крыша рубки. Здесь вот такие вот, видите, три ступенечки. Но я их даже не использую, то есть я не... По ним не поднимаюсь, потому что здесь на 48-м есть такие хорошие удобные ступеньки. Вот смотрите. Раз. Залез. Слез. Очень быстро. То есть ступенечки даже не использую. Все веревки тоже. Проводка в мачту. Вот там, кстати, топинант. Закроем. Вот это вот погон Staxel Scotta. Как раз я вот говорю о чем. Staxel автомат. Вон он. Пойдемте залезем сюда. Ну вот, получается, я залез на хардтоп. Вот у меня здесь солнечные батареи. Видите, 5 штук их. Lazy Back. То есть можно с ним работать. Здесь вот доступ к этому иллюминатору. Если что, чтобы смотреть на паруса. Один здесь, один с правой стороны. Ну как бы так. Вот Lazy Jack, Lazy Back. Грот, познакомьтесь, ребята. Выше только топ-мачты. Клотик называется. Это у нас продолжается обзор катамарана 4.8, 48 футов, катамарана Бали. Сейчас у нас мы идем в Тиренском море. У нас слева Капри и Сапог. С правой стороны Сардиния. Впереди Сицилия и носок сапога. Мы идем в пролив Мессина. Под нами 3 километра глубины. Мы идем 4,5-5 узлов. Приблизительно под одним асимметричным генакером. Сейчас я рассказываю вам про кормовую часть этого катамарана. Что здесь находится? Вот, например, смотрите. Здесь есть флагшток. Значит, здесь вот кормовые утки. Вот это вот вентиляция двигателя, отсюда двигатель забирает воздух. Вы знаете, да, что двигателя, они питаются воздухом помимо солярки. Рабочее тело – это, в принципе, воздух. Здесь вот такая, видите, смотрите, лебедка. Теперь можно потравить чуть-чуть. Возвращаем обратно. Здесь есть вот такая штука. Это ручной насос откачки воды. У нас есть с правого борта, вон, посмотрите туда. Тоже под черной кнопочкой. Вообще, вот эта вот лебедка, она
для браса, он же шкот, у орденоносных парусов, у всех асимметричных генакеров, спинакеров, у них шкоты называются не шкотами, а брасами. То есть такие, знаете, со звездочкой. Эти лебедки очень хорошо, удобно расположены. Можно, если что, кормовой, когда кормой швартуетесь, или у вас кормовой якорь, вы можете добивать дрэг-тофф, то есть якорный канат, или швартовый, вот этими лебедками. Они силовые. Вот это получается, видно, это блок такой, видите, он на пружинке, как раз от браса, от асимметричного генакера. Здесь на корме есть очень центровая вещь, вот это вот дверца или люк такой, видите, изогнутый. Он сейчас закрыт, это каюта владельца. С другой стороны вам покажу, в каюте, в которой я живу, например. Это очень удобный такой, знаете, вход. Зашел с улицы, например, поздно вечером вернулся с дискотеки, да, чтобы никого там внутри не будить, в яхте. Подошел, открыл ключиками, открыл свою каюту, зашел. Из каюты владельца можно выйти еще внутрь салона, там есть вторая дверь. Ну, это нормальное явление, овнерская каюта всегда обладает какими-то бонусами. Это у нас левая кормовая часть. Раз уж мы здесь, смотрите. Моторный отсек. Вот эта большая красная колбуша, это автоматический огнетушитель. Здесь много чего находится. Здесь опреснитель. В каждом моторном отсеке есть бойлер. Вот он, видите, здесь. Здесь штанга проходит с одного поплавка на другой. На привода автопилота, на коромысло. На перьях руле стоят коромысла, и они соединены штангой. К ним уже присоединен автопилот и привод просто штурвала. То есть, чтобы можно было поворачивать. Вот это важная вещь. Подстаканник для удочки. Это верхний поставляет. Это нужно покупать самим. Вот мы ее купили. Эту штучку нержавеющую. Поставили. Вот у нас сейчас удочка, так, на секундочку, вообще-то заброшена. Но я в Теренском море еще никогда ничего не ловил. На отходе, там, где вот пролив Бонифачо между Корсикой и Сардинией, там можно поймать, и ближе к Мессине. Но там уже, конечно, знаете, туда-сюда плавают лодки, лучше, конечно, тоже не таскать за собой крючки. Можно кого-нибудь, что-нибудь зацепить. Удочку мы обычно вот подвязываем, тут есть специальные такие вот места, куда рымчики маленькие, куда можно подвязаться и привязываем. Маленькая тоненькая веревочка, чтобы не ушла. Стоит трещоточка, если клюнет, вот такой будет звук. Если вас заинтересует, что вот это за пробка, вот под нами находится бойлер. Это перо руля. То есть оно у нас здесь. Перо руля здесь. Если когда-нибудь у вас пропадет управление от штурвала, то вы возьмете, я вам сейчас покажу, где находится аварийный румпель. Ну, вообще он должен быть по сертификации. Аварийным румпелем я на моей практике, по-моему, один или два раза люди пользовались, мои знакомые. Большая практика. Надо подтягивать, чтобы туда, если что, вода не стекалась. Вот знаете, что аварийный румпель сюда. Кстати, вот посмотрите, еще такая вещь. Резиночка есть, прозрачная такая. Fireport написано. То есть, если вдруг загорится, это, конечно, не бензиновый, это дизельный двигатель. То есть, у него проблем с ним меньше. То есть, нет такого парообразования бензиновые пары. И, конечно, не такие пожароопасные все-таки дизельные двигателя. Это на порядок ниже пожаробезопасности. Так что, но тем не менее, опять же, по сертификации, если что, закрыли крышку, засунули туда хоботок огнетушителя. И здесь на борту очень большое количество, тоже распиханные в разные места. И просто нажали на кнопочку, чтобы там создалось безвоздушное пространство. Далее, вот смотрите, на 4.8 вот эти вот так называемые леера. Раз, два. И вот сюда, куда я ставил рыбацкий нож, который должен быть всегда около удочки,
туда прикрепляется верхняя вот эта вот. Никогда не забывайте, когда вы отстегиваете, просто на пол, на палубу не бросайте. То есть вот всегда прицепляйте куда-либо, потому что их люди, если забывают, очень хорошо выламывают из креплений. Так, вот это вот, значит, отверстие для балера, для пера руля, куда вставляется кочерга, большое коромысло аварийного румпеля. Вот, интересно, что это за отверстие? Это отверстие, так называемый стакан. А что у нас вставляется или наливается в стакан? У нас не наливается, а вставляется вот эта вот штука. Это, получается, трап. Тут колесики, тут накаточка. И вот этот вот палец вставляется в стакан. Это ни много ни мало облегченный углепластиковый трап, который идет с верфи. Ну, то есть это заказывать его нужно. Верфь Катана дает его вместе с лодками. Его можно заказать на любую практически версию катамарана Бали. Он стоит каких-то денег, это опционально, но тем не менее очень хорошая вещь. Он фирменный катановский. Вот, сейчас, секундочку. Вот, написано Катана Катамаранс. У нас сейчас нет резиновой лодки на борту, потому что этот катамаран новый, на одном двигателе 37 моточасов, на другом 40. То есть еще не все, знаете, куплено, потому что в магазинах не всегда можно купить то, что вы хотите. Сюда люди хотят купить себе подводную лодку, понимаете, она не продается. Не везде ее можно купить. Вот, поэтому здесь пока живет трап. Мы вот из Бонифачо вышли. И вот сюда поставили трап, вот я его подвязал сюда. Его можно было, конечно, вот так вот вертикально поставить, чтобы не мешал ходить. Но, тем не менее, мы сюда особо не ходим. Это просто сейчас для показа я хожу здесь. А так у нас, конечно, леера, и вот на этот коридорчик обычно никто не ходит. Вообще, ночью. Вот у нас когда вахтенные и подвахтенные, ночью мы сюда не ходим. И вообще, по верхней палубе ночью особо не шастаем, когда на перегоне. То есть в море, в открытом море, мало ли что. Вот сейчас, например, я здесь такой бесстрашно стою, но я знаю, что вы меня страхуете. Если вдруг сбрыкнет какая-то волна, придет со стороны от какого-нибудь моторного большого парохода, и лодка сбрыкнет как драмадер, это, если кто не знает, дикий верблюд, то, да, меня может выкинуть за борт, конечно, но, тем не менее, видите, я стараюсь придерживаться всегда своего же основного принципа, или он не мой, а яхтенный, одна рука всегда принадлежит яхте. То есть стоишь, разговариваешь, можешь в руке держать все, что угодно, но, тем не менее, всегда держись. Так, лодки нет, и подводные лодки нет, но, тем не менее, вот это вот, вот здесь находится петля, это такая вот Г-образная кочерга, это шлюп-балка. Вот сюда прикрепляется передняя или задняя часть тузика или подводной лодки вашей маленькой, личной. И вот это вот все дело опускается в воду и также легко поднимается. То есть здесь есть такой коридор, как бы так, для дополнительных плавсредств. Здесь можно сделать, это, конечно, как шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, маленькие рельсы, да, или иметь на борту двух крепких мужчин. Вы подняли сюда одну подводную лодку, потом подошли два мужчины, или же на рельсы, и вот оттащили эту подводную лодку вот сюда. Потом подогнали вторую подводную лодку или водный мотоцикл, подняли его, оттащили его на корму, на правую корму. И потом еще подняли посерединке что-то. Сюда можно, то есть, три водных мотоцикла поднять. Так-то вообще. Грузоподъемность достаточно высокая. Это очень большой пароход. 48 футов. Так что эти шлюпбалки очень хорошо вам могут послужить. И этот коридор. Когда все у вас в воде, все вспомогательные плавсредства, вы можете сделать вот так. Смотрите. Я сейчас сижу на трапе, а вот сюда вот сесть, поставить бокал, там, например, с каким-нибудь охлажденным напитком. Представляете, сидеть и чилить. Чилить, отдыхать. У этого трапа, кстати, есть вот такие вот ручки, поручни, леера. Вот сюда вставляются, и есть леер. Хороший трап, уже хорошо его много использовали. Мои любимые утки, дополнительные. Утки не в смысле кря-кря, вот, а в смысле силовая конструкция, на которую можно заводить швартовы. Вот смотрите, предположим, я пришвартован кормой. Я, в смысле не я, а в смысле катамаран. У меня вот с этой
утки. Швартов заведен, допустим, в сторону, чтобы лодка не ушла сюда. Но чтобы она не ушла туда, вот есть дополнительная утка. И можно завести в другое место, например, туда, на какой-нибудь там на дальний битинг. И здесь остается что? Проход. Если этой утки не будет, тогда вы, получается, швартов и шпринг, дополнительный швартов, должны будете завести на одну утку. И тогда, когда вы сходите и заходите по этому красивому трапу, то есть вы сюда заходите, и у вас здесь что? Шпринг. И вы должны будете поставить свои покупки, снять свою шляпу и пролезть под этим швартовым, ну, шпрингом. Это неправильно. Это не по-анашенски, не по-тихомировски. То есть вы берете вот эту утку, это дополнительная опция, она недорого стоит, заказываете, и вот тогда у вас появляется волшебный такой проход. Просто кто-то говорит, зачем мне эта утка? Или маленький такой разборный убирающийся кнех. Вот для этого.